В Казахстане могут повысить налоговые ставки для B2B, то есть сектора продаж для юридических лиц. Это промежуточные звенья торговой цепочки, дистрибьюторы и магазины. По словам заместителя председателя Национальной палаты предпринимателей Атамикен, новые ставки затронут существующие логистические цепочки и заставят предпринимателей пересматривать свои рабочие механизмы. Новый налоговый режим, предполагающий увеличение ставок с 3 до 12%, призван усилить борьбу с сокрытием доходов. Мы полагаем, что необходимо усилить именно эту часть, но абсолютно всем перекрывать кислород через такую гигантскую ставку в 12% это явно чрезмерно. Надеюсь, что в рамках рассмотрения в Мажелисе, где сейчас находится законопроект по новому налоговому кодексу, мы сможем убедить депутатов, чтобы они все-таки вмешались в ситуацию и справили данную ставку. Предприниматели утверждают, с введением новой ставки им придется пересматривать ценовую политику или искать новых поставщиков. Предприниматели возмущаются, собирают уже петиции. Также это зарплаты сотрудникам, аренды помещений. То есть расходная часть у нас увеличивается, а, как правило, доходы у нас не увеличиваются. Поэтому, конечно, наши предприниматели негодуют. Экономисты уверяют, что повышение налогов не окажет значительного влияния на предпринимателей. Основным последствием станет рост цен, но он будет неравномерным во всех отраслях. Цены будут меняться в той части, в которой э, будет наиболее повышенный спрос. И вот там они, соответственно, за счет того, что они будут сдерживать цены в одной категории, там, где меньше спроса, будет компенсироваться ростом цен там, где спроса побольше. При этом есть вероятность, что часть бизнеса уйдет в тень, чтобы не платить повышенные налоги вовсе. Анастасия навековаторнабдиев абзалтера веков информационная служба телекомпании Утрар.